Достарым сәлеметсіздер ме? Мен Акишева Айжан. Я не экстремист, я мирная жительница Казахстана. И мы все прекрасно знаем, что 6 июня у нас пройдут по Казахстану митинг, мирный митинг. И я хочу быть с народом. Я присоединяюсь ко всем активистам. Я не могу равнодушно смотреть на то, что происходит у нас в стране. Нас хотят вакцинировать. Вакцинировать наших детей. И я против. Если ты против, если ты не равнодушен то, что происходит с твоей страной, с твоей родиной, с твоей землей, то ты должен быть с нами. То ты должен быть на этом митинге. Объединяемся. Мы – сила. И только народ является властью. Мы 30 лет ждали, что Казахстан будет в числе лидирующих стран. Но мы видим, что мы, наоборот, катимся назад. У нас ничего нет своего. Мы ничего не производим. У нас все китайское. Даже обычные зубочистки у нас китайские. Сколько мы еще будем ждать, что будет у нас светлое будущее? Друзья, давайте объединяться. Это время настало. Мы должны оставить свой страх. Мы вместе сила. И вы это почувствуете, когда вы выйдете вместе с народом. Когда вы посмотрите этим полицейским в глаза, и вы почувствуете, что и вы без оружия тоже сила. Мы мирные жители. Но каждого человека в Казахстане, который говорит правду, он автоматически становится экстремистом. Я против этого. Я не желаю быть в рабстве. У меня тоже есть дети. Я не желаю им в будущем, чтобы им закрывали рты, чтобы они делали то, что они не хотят. Мы должны бороться за свободу, иначе у нас ее отнимут раз и навсегда, как это произошло с уйгурами. Давайте вставайте, объединяйся, Казахстан.